багато освітян, у нас вона є, у нас вона діє, і слава Богу, є ті надбання, якими ми можемо поділитися. Шановні учасники міжнародної конференції, я думаю, від імені всіх, хто сьогодні присутній в залі і в віртуальному просторі, хочеться побажати фундаторам цієї конференції максимум досягти 15-16 етапу, тобто збирати нас постійно. А Марині Олександрівні, деї господині тих заходів, які вона організовує, звичайно, здоров'я, успіхів, всіляких гараздів, бо все починається від того, хто організовує. Мені здається, всі, хто присутні на будь-яких заходах, відзначають особливу турботу, особливу любов. І той підхід людиноцентрований, який закладено цій людині до кожного учасника. Тому, Марина Олександрівна, ми дуже вдячні, що ви нас зібрали сьогодні тут, незважаючи на кордони, на температури, на тести. Бажаємо вам здоров'я і об'єднувати нас, незважаючи на жодні ситуації. Дякую всім колегам. Щиро дякую, Марина Вікторівна. Хотілося б сказати, що приветственные слова были. С украинской стороны действительно мы все сделали очень много для того, чтобы сюда смогли приехать. Много было препятствий этому всему. Но я хотела бы поблагодарить и организаторов с хорватской стороны, и физически и практических организаторов с хорватской стороны. Это Александр Горич. Я к приветственному слову не прошу, но и Марина Лыбанидзе, они занимались практической реализацией всей эти конференции, которые мы здесь видим, вся эта организация была на их хрупких плечах. Поэтому спасибо. И будем переходить сегодня уже к основным нашим докладам, непосредственно к практической части пленарного заседания. У нас сегодня будут представлены доклады по различным тематикам, тем, которые близки каждому участнику, но хотелось бы отметить, что образование не имеет границ, так само, как и отрасли не имеют границ. И несмотря на то, какую бы отрасль не представлял наш докладчик, мы можем проводить аналогию непосредственно со своей профессиональной деятельностью, и мы увидим то, что у нас в принципе, 90% всего одинаково. Поэтому с радостью послушаем ту проблематику, которая присутствует у каждого докладчика. Хотелось бы пригласить к слову Линду Юракович, представителя Кульского университета, доктора наук, доцента факультета информатики в Куле. Тема касается образовательного менеджмента, и Марину дам для перевода. Ja ću to skratiti, ja ću kraće malo. Dakle, upravljanje školom već jedno 20 godina, upravljanje sustavom obrazovanja bavi se danas osobe kojima nedostaju u suštini upravljačke sposobnosti kod većine. Управление и школами, и управлением системой образования сегодня, к сожалению, занимаются люди, у многих из которых не хватает образования в этой управленческой деятельности. Управление суставом образования треба быть интердисциплинарным и трансдисциплинарным, мультидисциплинарным.
Управление системой образования должно быть интер- и мультидисциплинарным. Okay. Dakle, promjene u obrazovanju trebaju uključivati jednu edukaciju i razvoj kadrova koji upravljaju sustavom. Изменения в школьной системе должны включать обучение кадров, которые занимаются образованием. Jedna od promjena je uvođenje školskog menadžmenta i odgojno obrazovnog menadžmenta u sustav obrazovanja. Одно из изменений – введение образовательного менеджмента или воспитательно-образовательного менеджмента в систему образования. До прия 15 година менеджмент, као енглеска річ, био је више орјентиран на економски дио. 15 лет назад менеджмент, как английская речь, выше ориентировалась на экономскую часть. Međutim, данас тај менеджмент узела и све друге знаности да проучавала. На сегодняшний день менеджмент включили и для изучения включили и другие сферы наук. Околина, društvo и школа морају функционирати скупа, а до сада је школа била сустав образования одвојено од околине. Общество, окружающее общество и школа должны сосуществовать и взаимодействовать. А до сегодняшнего дня эта школа функционировала как бы отдельно от общества. У развитых землях образование связано с господарством, а под нас, не знаю, как в Украине, под нас образование свыше самому себе. В развитых землях образование связано с экономикой, с развитием государства. Не знаю, как в Украине, но у нас в Хорватии школа образования оно само по себе. Prije 18 godina počela sam raditi na istraživanju, tada još mlada, menadžmenta u sustavu obrazovanja. Počela sam raditi kao ekonomista, da bi danas isto to predavala na pedagoškom fakultetu. 18 лет назад она начала исследовать и изучать менеджмент как наука с точки зрения экономиста, которым она является по образованию, и сегодня она также этому и обучает. Школьский менеджмент затеева тим, экипу, кои познают функции управления. Школьский менеджмент требует группу, которая знакома с функцией управления. Доле можем кратко функции менеджмента с планирование, организирование, водение, контроля и координирование. Функции менеджмента это планирование, организация, ведение, контроль и координация. Као и экономию, вы можете сопрести, в отбойно-образовном процессу тежище ставляемо на маркетинг, маркетинга, кој чини производ. Цена, дистрибуција, промоција. Производ можемо сагледавати целокупни одгојно-образовни рад. Цена је оно што се плаќа, значи друштво, обитељ, да би се то могло одвијати. Дистрибуција, то је просторна удаљеност школе од мјеста пребивања ученика и промоција однос јавношћу и околину. Овај дио маркетинг микса одгојно-образовног дијела prije nekih 15 godina prvi put sam objavila preko nekih znanstvenih kongresa. Dakle, prvi put je došlo u stvari do jedne inkorporacije ekonomskih i odgojno-obrazovnih znanosti. Kako u ekonomiji, tako i vaspitateljna obrazovateljna procesija, акцент надо делать на маркетинг микс, который составляют продукт, это общая воспитательно-образовательная работа, цена, которая платится,
чтобы этот процесс осуществился обществом, семьей. Дистрибуция – это территориальная удаленность школы от места нахождения ученика и промоция или реклама, которая – это отношения с общественностью и пропаганда, которым информируется общество о работе школы. Экономия говорит о профиту. А мы, когда говорим о профиту в образовании, наш профит – сами ученики, дакле, njihove компетенции. Što je kvalitetnija kompetencija, viša kompetencija, veća je i cijena proizvoda. A proizvod u ovom slučaju sami učenici, studenti i tako dalje. Znači, kada mi svažujem ekonomiju i marketing, ekonomija, ona bazirujeca na polučenje prihodi, kak cena, sebestojnost, a obrazovanje, cena obrazovanja, eto više znanje učenika, čem больше znanje, čem više on cenica i imeje bolje visoku cenost. Dakle, još od 2000, koje godine? Treće godine, tek sad govorila sam da treba nastavu koncipirati kao samostalni ili timski istraživački rad. Polako je iza godina, koje godine je timski rad istraživački polako u školu uveden? 8, 9, 10, kasno ne. Dakle, još od 2003. polako je u Hrvatskoj od 2008. godine počelo ići prema timskom radu. A novi kurikulum u Hrvatskoj je upravo sada, nakon, pazite, skoro 20 godina uključio takav oblik rada u cijelosti u nastavu. A nešto 15 let nazad govorila o tom što nada uključiti obrazovateljnu sistemu работу, групповую работу, и в Хорватии это приняли с 2008 года, и постепенно расширяется вот эта групповая работа в сфере образования. Неги профессори, морам речи, су од још од тих година, 2009-10, две колегица, докторица Николи, с којим сам ја радила, пара година, јел, ми смо некако увек и потенцирали тај самостални индивидуални рад, али је било приватни факултет по питању. Međutim, na državnim fakultetima je to tek kasnije počelo što zvijedati. Privatni su počeli, mi smo radili na privatnom fakultetu, jedno 7 godina smo. Mi smo imali na častnom fakultetu s kolegice Nikolić i gdje oni начали уделять внимание и индивидуальным работам отдельных индивидуалов. Далее. Окей. Kao što postoji u ekonomiji strateško djelovanje, isto tako možemo govoriti o strateškom djelovanju školskog menadžmenta. Što bi značilo? Kratko, ja ću to spojiti. Školski menadžment, dakle, treba bi se, kad se govori o strategiji djelovanja, baviti se uređenjem školske zgrade, interijer, eksterijer, povećanje i smanjenje broja zaposlenika, to je znači human resurs, govorimo o menadžmentu. Organizacija raspodjela vremena, sati, ekskurzije, aktivnosti i povezivanje školske teorije sa praktičnim radom u gospodarstvu. Когда говорим о стратегическом действии школьского менеджмента, деятельность школьского менеджмента включает оборудование интерьера, экстерьера школьных зданий, увеличение или уменьшение количества работников, организация и деление времени, преподавания, часов обучения, свободных активностей, экскурсий и связь школьной теоретической части с практической работой. Ага. Također ide уключение школы с заедницом, значит коммуникация школы с заедницом. Onda možemo još reći individualizacija rada s posebnim učenicima, učenici koji imaju posebne potrebe, poticanje na darenje pojedinaca, formalno to postoji. Međutim, to još uvijek nije kako treba saživjelo u praksi. Znate, sustav je organiziran za, možemo reći, prosječnoga. Ali šta da radimo s onima koji su iznad prosječni i oni koji su ispod prosječni? Dakle, tu treba biti više elastičnosti u sustavu.
Значит, дальше опять же идем, перечисляем деятельность менеджмента в школе под пунктом 5, включение школы в широкую общественную деятельность, сотрудничество с гражданами, непрофитабельными организациями, специфицирование вспомогательных средств для обучения и других средств для работы, установка точных целей образования в зависимости от вида школы и стимуляция одаренных учеников. Тут она немножко заострила внимание на том, что сейчас школьная система функционирует как бы на среднем уровне ученика, а нет вот этого деления, если кто-то более одаренный, какие-то ему привилегии, какие-то ему большая помощь или менее одаренный. Она настаивает, что нужно все-таки это не формально, а сделать актуальным это отношение к ее. Еще один податок не могу. При 15-20-30 година, когда сумели квотент интеллигенции, омладина, деца, у Хрватской, дакле, шире показывание IQ 100. Međutim, новые испытания показывают, да је просјек IQ-а дошо сада на 90, пазите са истим тештовима за истраживање интелигенције. Чисто сумњам да су људи постали глупи. Дакле, један од фактора зашто се смањио просјек, оно што сам изучавала, је коришћење и информатичке технологије. Дакле, морамо бити опрезни не да користимо информатичку технологију, него период када ћемо почет користити информатичку tehnologiju sustava. Još jedna stvar. Američka istraživanja pokazuju da se treba informatika maknuti iz osnovnih prvih razreda škole, a mi smo prema novom sustavu kurikularnom uveli upravo taj eksperimentalni dio, što nije loše, što je izvanredno, ali trebamo biti oprezni sa uvođenjem u niže dobne periode informatičke tehnologije. Znači, nekoliko let nazad delali test na интеллигенцию в Хорватии и получили результат 100%, а недавно сделали и получили результат тот же самый тест, результат 90%. Это не потому, что люди стали глупее, во что я не верю, а потому, что надо очень внимательно относиться к использованию компьютерного аппарата, как это называется? Использовали технологии. Американские исследования показали, что лучше не уводить начальные классы на эти технологии, но мы используем и в начальных классах, и в младшем возрасте, но надо очень внимательно относиться к использованию технологий. И что и наиважнее на краю, да, не начинается. Тржище захтьева, тржище государства, значит, захтьева, нова рано место. Zna se koja. I paralelno s time škole trebaju slijediti trendove tržišta. Do sada ovo baš nije bilo neki slučaj. Mi bi proizveli, ne znam, 200 voditelja, a traži se 10. Dakle, treba doći do jednog većeg suradnje sustava obrazovanja i gospodarstva. Znači, ranije bila otvorena sistema obrazovanja od ekonomičkih potreba svih strane. Сейчас все больше оно приспосабливается, система образования, к тому, какие специалисты нужны на рынке. Действительно, управление в сфере образования очень важно, и от этого зависит то, какие будут знания у здобувачей последствий, для того, чтобы мы увидели хорошие результаты для экономики каждой из наших стран. Также я хотела бы пригласить слово представителя высшей школы ПАР, госпожу Бисеру Карамович, да, с докладом о высшая школа, это означает у нас высшее учебное заведение, уровень, немножечко просто название.
отличаются от тех, которые мы привычны для украинских профессоров. Да, поэтому сейчас мы сможем узнать, чем занимается непосредственно высшая школа ПАР, какие у них есть направления по обучению, профессиональному обучению. Хвала, добра дана свима, лепи поздрав. Неке от вас опет встрела прошле години на конференции и сјећам се да све вас позвала на институцију школу ПАР да дођете и посетите ово годину. Изменно ми је жао што, ево, то се није могло догодити, позив је отворен. A no, sam veliku želju da ovo upravo tamo napravim da bi mogli malo bolje razumjeti ono o čemu se piše. Pa. 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 Приглашала на вас приехать в эту школу, к сожалению, просто даже не получилось. Надеюсь, можно в этом году получится. Видим, да, овде постои мало неразумевание термина высокопоставной школы. Па само бих желала кратко объяснить, да Хрватска е получила винен институт от Немачки, неких остальных европейских держава, gdje postoje sveučilišni studiji i stručni studiji. Međutim, sukladno europskom kvalifikacijskom okviru, oni su na istoj razini. Prvostupnik na sveučilištu i prvostupnik na visokoškolskoj školi imaju apsolutno različnu razinu. Mogu biti termin ministarske jasne, pa ću vam ispričati što je da visoka je škola, a ni Hrvati i primjeri binarnu sistemu как в Германии, университет или сфеучилище по-хорватски, и институт или профессиональное образование, это высокая школа или ведеручилище по-хорватски, но получившее образование первого ступня и в одной и другой институции, они на одинаковом уровне. Jedina razlika između sveučilišnog prvostupnika i stručnog prvostupnika je u tome da stručni prvostupnik ima zaokupljeno veće na praktična znanja i da ukoliko želi da stavi svoje obrazovanje može ići do magistra, do specijalista, a ne može da stavi na doktorat. Znači, stručni prvostupnik je spreman za to da se može rada. Sveučilišni je više opet znan. Разница небольшая в том, что завершивший этот институт бакалавр больше профессионально ориентирован, может идти на работу или на магистерию, но не может на получение высшей степени доктората, а завершивший университет или сфеучилище, он может защищать и степень магистра, и идти на научную работу и так далее. То мне не было в плане презентировать, međutim, evo, to je jedna специфика Hrvatskog visokog образования. Замолите само. Я еще брал лабораторию, но увидела потребность того, что разместить нашу систему образования. Дакле, тема за данас, коли Джумила изабрала, је скоро па јако лепо компонирана за темом от колегице Јураковић. У бити, волела би попричати мало о обучувачким компетенцијама у високом образовању у Хрватској и покушат ће се надовезати на све оно што Моя тема сегодня тесно связана с темой, которую представила госпожа Игорь Павлович, и я как бы в продолжении этой темы хочу поговорить сегодня о бизнесе и предпринимательстве в Хорватии. Inspiracija prije svega da bila jednog posjeta Украине, gdje sam rekao da se ja imala jako, jako lijepo iskustvo.
priliku, najviše zahvaljujući kolegici Dejci, nekoliko institucija i svaka da se donijela na svoj način. Inspiraciju i želanje kada je temo i da obrana vizvala i posjećenje Ukrajine, gdje ona очень хорошо провела время, очень довольна увидела и благодаря госпоже Марине Дейке удалось посетить и несколько образовательных институций. Не само то, него успела сам видеть на разлики. И волела бы да поделим та искусство с вами, посетите у погляду тут разве подобные и мислим, да се найвише naši sustavi realizuju, a gdje visoka poslovna škola partije će se poslužiti kao jedna studija slučaja i njihova prezentacija. I ja uvidjela što i na ovoj sferi sama je vaša razlica među Ukrajini i Hrvatske i ja bih htjela prezentirati iskustva naše biznes škole, koja bi vam poslužiti kao primjera. Međutim, prije našo komentarom, voljela bih malo popričati o značaju poduzetništva i promociji okvira Entrecom od strane Europske komisije, što mislim da neki od vas znaju, a neki možda još ne. Međutim, to preporučam kao jedan od smjerova koje trebate vi i vaše institucije upraviti da ne mora. Она бы хотела обратить внимание на важную систему Entrecom, которую тепло рекомендует, хотя, может быть, кто-то из вас и не знаком с этой системой тогда, и ее рекомендация обязательно с ней познакомиться, а если кто-то знаком, то она рекомендует использовать ее максимально. Может. Кратко, мало поддержишь у Европской Унии. Mala i srednja poduzeća, koja vjerujemo na to se mi mnogo poznete, su okosnica europskog gospodarstva. Znači, sve počinje i završava sa malim i srednjim poduzećima. I pored toga što svi znamo poznate brendove, nositelji razvoja gospodarstva i jezici brendovi, međutim, to su u suštini mala i srednja poduzeća koja su pravilno to jedne. Для развития предпринимательства очень важны малые и средние производства, наверное, этот термин вам знаком, хотя все знают, что существуют в мире большие тем известные бренды, но все равно государство и экономика базируются на малых и средних предприятиях. Также 99% всех подзечий в Европейской Унии spada u ovu grupu. Ne samo to, nego proizvodnja svih malih i srednjih poduzeća u Europskoj Uniji čini polovice BDP-a Europske Unije i zapošljava oko 100 milijuna ljudi. Imena male i srednje predprijatelja sastavljaju 99% svih Europe, ali i Eurosajuze. Они дают больше половины бюджета Евросоюза, и там работают больше 100 миллионов людей. Права конкурентка предмет Европы Уния вылазит упрямо из тих малых и средних подвижек. Не само то, но она необходима, да би Европска Уния могла jednog дана преći у одрживу и дигиталну економику, што је циљ био старе стратегије Европа 2020, именно они создают эту конкурентоспособность Европы и помогают ей перейти на дигитальный уровень, что сейчас является новым направлением в развитии. В ту сверху Европа Уния доняла ей закон о малом поддержке Small Business Act. Small Business Act. Закон о малом поддержке. И именно поэтому в 2015 году в Европе был принят закон о малых предприятиях. Добро, можем на следующем слайде. Что я улучшила? Что я за Хрватска? Хрватская, как более поздно, плюс у них наймалые члены Европы.
это, нам говорили о Европе, о Восточной Хорватии. Хорватия, как вам известно, самая молодая страна членов Евросоюза. И Хорватская глава Кутури Лоце направили первые помощи и будущих помощи. И хорватское правительство попросило сделать определенные шаги в направлении развития предпринимательства. Кутури поняла две стратегии развития предпринимательства, стратегию развития отдыха в жену и имали намерение программу предпринимательства. С этой целью она приняла стратегию развития предпринимательства, стратегию развития предпринимательства женщин и стратегию развития предпринимательский импульс. А и погледаме брой учет прие данной кризе, можемо речи да единственно Hrvatska ima iznadprosječni потом результатом в виду развоя малых предпринимательства Если посмотрим на цифры до кризиса, можно увидеть, что у Хорватии развитие ниже среднего, коэффициент ниже среднего развития этого малого и среднего предпринимательства. Дальше, имам мани брой малых средних предприятий ЕУ, мани заводственных радио малых средних предприятий и малых средних предприятий старые мани додатку вредность и золотую бедность. Если сравнивать Хорватию с Евросоюзом, то в Хорватии меньше средств малых и средних предприятий, меньше работников в этих предприятиях, и они дают меньше процент дохода бюджета. Дальше. Декларативно, когда все-таки ярко было средства дадут в Украине, međutim, дешево не измыто. Питание не как спичи до тех стандартов, Хорватия хотела достичь европейских уровней, к сожалению, пока отстает, и вопрос, как достичь этих европейских уровней. Да, проблем не можем решать директно в Хорватии, но иначе Это проблема, которая не может решиться сверху, которая заходит и регламентами, эта проблема должна решаться каким-то умственным трудом найти выход из этой ситуации. Можем остановиться? Тут сверху долго предложено направить краткий марш энтропии, значит, то есть энтропии, и энтропии. Предложила и предложил Enter.com или какую-то программу, и было бы хорошо ей следовать. Дальше, Евросоюз припознала тот проблем, что обозначил начало развития, обозначил негову отсутствие от своих граждан. Припознала ли еще? Dakle, 2006. godine, kad je napisala prvu preporuku o ključnim kompetencijama za cijelo život u učenju. Dakle, poanta je bila, naše obrazovanje ne staje u prednosti kad završimo fakultete i srednju školu i doktorat i kad dobijemo diplomu. Naš, znači, rastemo u cijeli život i doktorat. Его увидела недовольное знание и процесс по отношению к развитию этих малых и средних предприятий, и они приняли стратегию пожизненного обучения, обучения не заканчивается школы, а продолжается всю жизнь. Так вот, 2016 года, 10 лет назад, что я припознала опыт за обучение, Европейская комиссия представила Enter.com, то есть за компетенцию, которая приятно не собирали
поддержать его и уделять внимание человеку. Мы хотели после того, как установили эту проблему, и в 2016 году принимали первые рамки для для предпринимательских компетенций и дала вот эти направления, как осуществить их рекомендации по жизненном обучении предпринимателей. Дальше, что я буду делать, чтобы компетенции? И он вспомнил, и он начал работать, а в трансе вам нужны не горизонтальные компетенции, поэтому пища всех остальных компетенций, которые разработали горизонтальную компетенцию, которая как бы соединяет все области жизни и которые мы как учителя, которые работаем в преподавании и обучаем, должны тоже поделиться. Так вот, он случай, да, особую инициативу, критичку посудивания, а проактивность, речимо, в целом, неке тих элементов, которые изграждают, которые пишут компетенции, которые все люди не учат стандартно, традиционно, высокообразованно. Личное развитие, активное участие в обществе, инициативы – это то, что должно развиваться, а чему не участвует в стандартной системе образования. Ну, по-моему, это и попил референтный центр, побухача различные вырсты политических учеников, классичных политических, интро-политических учеников, иматы душных, зеленых учеников. Так все то, что делают. Эти европейские рамки затрагивают и влияют все сферы предпринимательства, и классическое, и общественное, и зеленое, и дигитальное. Оба этапа, украдка, оно же найбитнее, да постоит три подключения компетенции. Делование, ресурсы и идеи и могущности. Это схема, три основные сферы, это деятельность, ресурсы и идеи и могущности, и идеи и возможности. Свако от ових подручных компетенций има свои, дакле, компетенции. Что е оно, что особо чини подузетно? Дакле, креативност, визия, тимски рад, критичко просуджување, иницијатива, преузимање одговорности. Само неке нови компетенции. В каждой области есть свои направления, которые делают предпринимательское. Например, увидеть какие-то возможности, креативность, визию, ценность идей, этичное мышление. Sve ono što nam treba da stvorimo, da stvorimo djelatnika ili osobu novog doba koja će ući na tržište rada i koja će stvoriti dodanu vrijednost. Ako i tradicionalni obrazovni model jako često nauči teoretski, nauči praktično, ali nedostaje upravo ta inicijativa da ta osoba nađe. Savremena sistema obrazovanja nauči работника, ученика, человека, когда он выходит из стен образовательного учреждения, оно учит его работать и использовать дополнительную вредность. Да, как создать какую-то ценность, заработать деньги, но не хватает вот этих экспертов, на которые и сделала ценность европейских союзов. Как учиться свою креативность? Или как вы их учите, да, лучше новую прилив, или да, другую инициативу? Как вы учите своих студентов креативности, или увидеть какие-то новые возможности, или взять инициативу в своей руке? Только
найчастіше не могу вибрати. Найчастіше на вами і на вашій особній ініціативі, що це не вибрати. Або на нього книга, це залежить від вас і на вашій фізичній ініціативі, захотіти і донести це до ученика. Окей, можемо вибрати. Добре. Подозріть, що компетенція може се развити кроз активності поєдинця, а найчастіше значить так у своїм відновлену вірність, тобто я кричав. Принимайте, як компетенція розвивається через активність єдиниць і применєнням цього задаються нові цінності. Значить, границі можна бути поміряти, але ми самі, професори, ми смо ніякі обучені в тому, щоб знали то знання прийняти будемо. Мы должны расширять границу, но мы сами, как преподаватели, никогда не были этому обучены, чтобы передавать это другим. Упрямо тут сверху препоручам овай сустав, как все вас, кои радите в том насильном процессе, имате до сих за студенты. Именно поэтому я рекомендую всем, кто работает в этой системе, активнее контактировать с студентами. Овой прогрессивный модел и кречу на недоставных компетенций до полного комплекса. Али чак и первый корак я более не поне начините никакого опушей в том образовании младых новых умова, как да, это простая система, но лучше делать хотя бы один шаг, чем ничего не предпринимать. И первый шаг уже что-то значит в дальнейшем расширению и достижению больше целей в направлении того, чтобы человек, получая образование, учился и самостоятельно думать и развивался как индивидуал. Upravo zbog toga Visoka poslovna škola Partners predstavlja odličnu studiju slučaja o tome kako naše studente učimo poduzetništvo i kako ih učimo da rade svoje poduzetničke kompetencije. Именно наша школа представляет хороший пример тому, как обучать предпринимателей и как развивать компетентности этих предпринимателей. Не само да их учимо, трудимо се живіти оно, що ніх учимо. Пример тоді є деканіка Гордана Ніколіч, яка є сама підлітниця і яка дуже скромно пропустила поменити, де була проглашена підлітниця Хероцька, а добила є і великий професіональний наклад управо у подручу підлітниця і образування у підлітниця. Они не только учат учеников, но они живут той жизнью, которую стараются перенести ученикам и студентам своим. И хороший пример этому Гордана Ніколіч, которая скромно молчала о том, что она была предпринимателем года в Хорватии. И получила многие международные призы и награды, и, конечно, Hrvatska je isto do prije nekoliko godina imala isključivo državne visokoobrazovne institucije i onda je liberalizirala taj nedavnjeg vremena u Hrvatskoj bili toliko gospodarstvene visokoobrazovne učenje, a od nekoliko let nazad eta prostranstvo bilo liberalizirano. 2007. godine деканица Ніколіч є перво имала представництво єдне академії із Німецької Берлінської академії Нордхесен, де преузяла їхов модел управлінного бінарного сустава і акцента на практичну і подозовничну знання, чи бінцеві години, і онда акредитирала і до високого інституцію перво приводу на Декарушка Жанни Колючи имела сначала академию, грань немецкой академии, где дебютировала бинарную систему 2011 года,
И когда она уже попала в школу, что переданная связи? Форма. Ага, первый. И открыла первую частную предпринимательскую школу в 2007 году. Сара приходила на посольство школа ПАР, и мы предыдущие вступили в посольное управление, управление в экономии и студентерству, и имела специалистический вид по структуре, в планом зоне, посольное управление с новыми мастерами. Значит, сейчас в этой школе студенческие программы, это преддипломский и бакалаврский, деловое бизнес-управление, управление гастрономией и ресторанным делом, и мастер или магистрский диплом – это бизнес-управление в разных направлениях. За что вы кажете? За разницу с державными институциями мы не имеем абсолютно никакую финансовую помощь. Наша єдина оцінка полазить з тržиш. Нас тržиш не валює. Ако нісмо в добі, нечемо постоїти. Разниця в статусі в школі і государства, вони не вилучають ні копійки, ні були з бюджета, і їх цінність іменно того, як вони представлені на ринку, і то благодаря цьому, благодаря своїм качествам, Upravo zbog toga pozicioniranja na tržištu morali smo istražiti i neke nove mogućnosti u drugu poduzetničku učinu. Именно поэтому нам пришлось открывать и изучать новые возможности на рынке в духе предпринимательского обучения. Dakle, imamo centar za cijelo životno učenje, koje je iznimno postalo iznimno bitno u Europskoj uniji i u Hrvatskoj, jer od nas ljudi se moraju kontinuirano obrazovati. Imamo naš centar za pažljivo obrazovanje, što se često je važno stalo i gdje je ovdje za nas, tako da ljudi dobri u žiž postajano kontinuirano obrazovati. Imamo poduzetničke potporne institucije, to su inkubatori. Nudimo mogućnost ljudima, zapadnim studentima, a i vanjskim korisnicima da razviju svoje poduzetničke ideje. Инкубаторы – это вспомогательные предпринимательские единицы, которые дают возможности студентам развиваться в этом направлении. Но достаточно международной стране разницы, как я говорил, кроме того, что наша школа малена, яко е вибрантна у погледу того, да нон-стоп имамо люди, кои влазе из Европы, чак и стречи земана. У них очень широкое сотрудничество с Erasmus'ом и очень большой спектр обмена, и очень многие приезжают и учиться иностранные студенты, а также оттуда приезжают в другие страны. Имамо центр по дигитальной инновации, который первый у регионы. У них есть центр дигитальных инноваций, который является первым и единственным на Северной Адриатике. И то, что я коллега Юракович упомянула, имамо отличную связь с локальным зарядом, а то подразумевает государство. Мы не производим кадры, которые государство не может обслуживать. И то, что уже вспоминала госпожа Юракович, у них отличное сотрудничество с общиной, с обществом. Они не производят, не выпускают кадры, которые будут просто статистическая цифра, они выпускают кадры, которые уже готовы к применению и нужны государству. Приемо, что учим в процесс аккредитации новых программ, имамо ЗОЦа, УСУ,
suradnju sa gospodarstvenicima koji nam daju svoje mišljenje o tome kakav profil ljudi je potreban da otišao na tržište. Мы очень тесно сотрудничаем с предпринимателями, с представителями экономики, чтобы они нам дают импульсы и знания о том, какие специалисты им нужны и в какой сфере. И промоционные перейти, которые суретели, да, треба и люди, которые че быть подозрительны, которые че проводить договорность, которые че на собственные инициативы. Све оне компетенции, которые Энтеком вечно нужны. И именно они сказали, что нужны люди, которые будут ответственные, которые будут инициативные и перечислили те лекарства, которые уже определили Энтеком. Так же, как усвоить такую особу, koja možda to mislimo da nemamo sebi. Kako saznat takovu ličnost, koja sama možda bi imamo i tako da? Individualni pristup i veliki rad s aspekta razvoja praktičnih kompetencija. Kod nas je stručna praksa kruna njihovo studiranje. A kad student završi, dobije diplomu, on je spreman индивидуальный подход к каждому и широкая практика. Именно практическая работа райдера является короной этого всего, и когда он уже готовый специалист, у него есть данные, навыки и знания, которые можно применить в реальности. Наш курикулум є інноваційним і уміє та прилагоджаємо новим додаженням на тарифі. Їх програма обучення інноваційна, і вони завжди її приближають і приспосабливають к требованиям ринка. Osim toga, dakle, nudimo i društveno poduzetništvo koje je gotovo iznimno bitno, a imamo i poseban program za sportaše. Predlagajemo i opštevene predpredimaljstvo, koje je u posljednje vrijeme stalo očin važno, i je u nas i programa dla sportsmena visokog uvrnja. Nudimo i ljetne i zimske škole, koje su jako uspješene i su posebno interesantne stranicima. Intenzivska škola za za karnevale, koji su poznati vijeci, i ljetna škola za ljetnje, na koje je raspodilo. U njem je takže ljetnje i zimnje škole, koje je očini aktualne dla inostranstva i široko posjećajne. Zimnja škola je škola karnevala, u kojoj budu prijedli gdje oni находится это один из признанных карнавальных городов в мире, он там больше 10 тысяч масок и считается официальным карнавальным городом, поэтому это действительно традиция, и летняя парусная школа. Организируем и доста дограждане конференция, декан Изабатевич подал на нашу детскую конференцию ПИЛС, которая конференция за лидерство, i koja je već postala prepoznata u ovoj regiji, u tome da uključuje jako puno ljudi, ne samo iz znanosti, nego i gospodarstva. Mnogo konferencija obrazovuje, te Karla koja je priglasila na konferenciju po liderstvu, i tih konferencija sabiraju mnogo učesnika, ne toliko iz predpredimateljstva, no i iz gospodarstvene i ekonomičke sfere. Naš poseban fokus je poduzetnička žena, jer je jedna poduzetnica, tako da okupljamo i žene, uspješne žene poduzetnice koje na neki način inspiriraju mlade potencijalno buduće žene poduzetnice da krenu u poduzetničku. Naš specijalizirani profil je da predpredimajmo spredženšen, uspješna primjer sama naša ADK i mi sabirajmo uspješne žene predpredimatelje, koje služat primjera i da zanimljati na mladom pokarenju. Bavimo se i za vašu, izdajemo zbornik i jedan znanstveni časopis u koji vas također pozivam da šaljete radove i da to pokušate objaviti u Hrvatskoj, to se je znači anonimni, dvostruko recenzirani i može jako pomoći u vašem prijatelju.
карьере. Они занимаются вещественными, издают сборники, журнал, куда приглашают и вас публиковаться, и там двойная система лицензии. Double blank period. Заключок. Ако смо нешто научили ових неколико година када постоји потпуна школа пар је да се подобро учи. Ви сте рођени с тим. Можете радити. И могу сказати што за одни несколько лет, пока существует эта школа, то што ми научили, это знание о том, что предпринимательство обучается. Это не то знание, с которым мы рождаемся. Також оваква інституція з неохоне Еуропоні, коли вже і досвідчити свої стандарти і подружити. І такі відчуття необхідні, і Євросоюзу, якщо воно хоче почти високі стандарти підприємництва, яке розпрямиться. А все вас позивам, обзором на ліку, коли ви години до родини, і вивіте і вивіте на такого спередження. А всех вас приглашаем на следующий год, так как в этом году это стало невозможно, приехать к нам в школу и в первый курс своими глазами поделиться, как мы это делаем. Шанс, что там снимало еще подружку, и клима это было как описание, когда я буду читать. Извиняюсь, если я немножко дольше вас задержала, если есть какие-то вопросы, я с тобой. Мы не смогли посетить высшую школу, хотя мы также планировали первоначально, но в связи с теми запретами посещения административных зданий более 20 человек, мы не смогли организовать. Мы переходим, у нас сейчас будет в онлайн-режиме подключения. У нас запланировано выступление Владимира Мамко. Он является вице-президентом Ассоциации психологов, также он является членом Европейской ассоциации психологов, он является супервизором и директором института супервизии. И тема сегодняшнего доклада будет «Университетский дискурс. Кризис 21-го столетия». Да, Владимир Петрович. Алло? Да. Да, да, все отлично. Хорошо, мы вас слышим. Да, спасибо большое. Да. Могу начинать? Можете, конечно. Спасибо большое. Значит, в связи с нашими удаленными обстоятельствами, извините меня, но буду вот из этого места, так сказать, читать вам. Значит, сейчас, одну секундочку поставлю. Себе текст лекции, где она у меня сейчас, секундочку. Ага, вот она. Сейчас, секунду, да. Университетский дискурс кризис 21 века. Мы с вами проживаем последнее время очень, скажем, нестабильные времена. Эти нестабильные времена принято именовать сменой парадигмы. В тени этой самой смены парадигмы нам приходится жить как минимум последние 30 лет, и на излете которых мы встречаемся с полномасштабным кризисом. Кризис этот проявляется как кризис скорее в гуманитарной сфере. Как объясняется этот кризис, как он описывается, как он передается? Существует большое количество способов, я их хотел вам напомнить. Называется этот кризис, и вернее, он нам известен под именем глобализация. Глобализация экономических, глобализация экономических, глобализация финансовых, глобализация научных, гуманитарных ресурсов.
Затем мы видим кризис в идеологии. Главным образом этот кризис нам стал известен через связку коммунизм-капитализм. Обрушение коммунистической или социалистической системы хозяйствования, обрушение идеологических установок совершенно закономерно повлекло обрушение капиталистического уклада. И мы сейчас с вами это наблюдаем. Наблюдаем это через глобальный всемирный кризис, который, опять же, нам предлагается воспринимать средствами массовой информации как глобальный финансовый кризис, как исчерпание механизмов мировой финансовой системы и развитие капиталистического способа хозяйствования через, через опосредование управления рынками. Затем мы видим иную картину. Мы видим кризис технологий. Какие-то технологии массированно отмирают. Мы с вами видим процесс деиндустриализации территорий. Мы видим процесс обезлюдивания больших пространств. Мы видим перемещение огромных, перемещается огромное количество людей не только между странами, но даже между континентами. Я имею в виду то, что мы, опять же, через средства массовой информации имеем возможность наблюдать, как переселение миллионов людей, скажем, с африканского континента в Европу. Более скрытые, так сказать, процессы миграции существуют, как, например, миграция населения людских масс, например, из Украины там, в Европу или какие-то еще, так сказать, места в Германию, в Америку и так далее, и так далее. Каким еще образом, значит, ну, другая личина этого кризиса – это военно-информационные конфликты при применении совокупной мощи доступных средств воздействия. Значит, мы видим эти конфликты между, как будто бы между государствами, но с другой стороны мы видим и мы наблюдаем это воочию, это описывает очень ярко и драматично средства массовой информации, как столкновение государств, корпораций и корпораций. То есть я не хотел бы сейчас подтверждать это конкретными свидетельствами, чтобы не политизировать наше с вами поле исследований. Вот. Опять же, то, что наблюдается, то, что находится постоянно на повестке дня обсуждений, как в средствах массовой информации, так и в научной среде, это переход от государственно-территориального принципа управления к принципу, который ориентируется на технологическо-корпоративные союзы. То есть речь идет о переходе ведущей роли в управлении жизнью сообществ к корпорациям, которые работает на основании их технологических особенностей. Вся эта совокупность попыток описать кризис или кризисы во множественном числе приводит нас к выводу об отсутствии возможности выделить единую причину этого кризиса или хотя бы выделить пул причин, какую-то совокупность этих причин. По
Поэтому наше вот обобщение этого кризиса, оно идет по пути обозначения сути кризиса в связке со временем его наступления. То есть, что у нас есть, что нам всем остается в качестве очевидной очевидного признака и сути описания кризиса, только время его наступления. Потому что он глобален, он охватывает всю планету. И что мы можем указать точно? Мы можем указать точно время его наступления. Ну вот то, что как бы мы можем опять же отметить и заметить. А именно это время наступления вот таких глобальных перемен, которые все больше и больше, так сказать, ускоряют этот процесс изменений. Значит, что такое кризис? Опять же, вопрос, на первый взгляд, очень простой. Но мне кажется, что необходимо сосредоточить свое внимание и посмотреть на этот, ну, как бы на суть кризиса более что ли, в более приближенной перспективе, поскольку даже банальные вещи в перспективе кризиса оказываются всегда с подвохом. Значит, если мы говорим о кризисе, то речь идет, как правило, о том, что нечто претерпевает изменения, то есть нечто, ну, некое течение подходит к повороту. Собственно, кризис, само слово кризис, оно и означает, так сказать, в коннотации с древнегреческим его содержанием, это поворотная точка, это принятие решения. Это то, например, в Древней Греции слово кризис, значит, применялось ко всем стадиям судебного разбирательства. То есть то, каким образом будет проведено то или иное судебное или следственное действие, так и пойдет в дальнейшем процесс. И поэтому кризис это фактически обнаружение этого процесса на каком-то краю. Это край. И здесь очень любопытно нам, когда мы обратимся к лингвистике, очень любопытное наблюдение нам предлагает именно лингвистика. А именно, когда мы обнаружим, попытаемся найти того субъекта, который находится на краю, и переведем это слово или обнаружим подходящее слово, например, в латинском языке, то это слово звучит как маргинал. То есть маргинал буквально это находящийся или живущий на краю. Так сказать, каким образом это нас как людей, живущих в Украине, может особым образом касаться? Это можно к этому отнестись как к случайному совпадению, а можно к этому отнестись, так сказать, как с каким-то знаком или сущностной характеристикой. То есть живущий на краю – это украинец. Но это как бы на вкус и цвет товарищей нет. К этому можно отнестись как к шутке, как к метафоре, как к совпадению, как к магическому знаку, как бы на выбор. И это очень важно. Дальше вы поймете, почему я к этому прибегаю, к этому приему, такому как бы конфронтированию очень неоднозначного термина «маргинал» и понятия «украинец». Значит, так тоже кто это такой, живущий на краю? На краю жили, например, казаки. На краю это... Кто живет на краю? Таких людей называют перекати-поле. Что такое перекати-поле? Напомню, если, может быть, кто-то случайно не знает происхождения этого слова. Это такая трава, которая растет в виде шара, затем она ветром отрывается от корней и катится по полю. Таким образом... роняя семена и увеличивая
свой ареал обитания. Вот. И вот это перекати-поле, это та такая трава, которая, как правило, уже осенью, значит, гонится ветром по степи бесконечно куда-то как бы скрываясь там за горизонт. Что это очень важно? Это важно в этом оторванность от корней. В последнее время очень большую популярность приняло такое образное наименование нового порядка технологического, социального, властного порядка. Есть такое понятие, как теория информационных номадов. Номады — это буквально это кочевники. Это кочевники, информационные кочевники — это те люди, которые привязываются к чему-либо или к территории, посредством связи через интернет. Вот что такое информационные номады. Значит, это такая попытка концептуализировать новый способ существования в новых технологических условиях, в новых социальных условиях. Это была очень модная, очень мощная такая как бы теория, сейчас она менее, как бы не настолько известна, мода на нее немножко схлынула. Кто еще такой маргинал? Это разведчик, это странник, это бродяга. Многие из вас, возможно, любят, так сказать, эпическое произведение «Властелин колец». Если вы помните, там есть такой герой Арагорн, вот он является именно таким, большую часть своей жизни он провел в качестве странника, бродяги, разведчика. В общем, это поэтический такой образ. Далее это образ Дон Кихота, это странствующий рыцарь. Это рыцарь, который, опять же, не ведая покоя, следует за неким идеалом. Это может быть различный, это этический идеал, это может быть любовный идеал, романтический и так далее. Кто еще? Это сталкер. Сталкер — это очень популярная вещь, которая вписывается в такую картину постиндустриального панка. Сталкер — это тот, кто существует сам по себе, однако же при этом находится обязательно в некой среде с опорой на высокотехнологическую среду. Ну, если вы помните этот роман «Сталкер», то Стругацких, авторы Стругацкие, то речь идет о том, что сталкеры — это проводники в зону. Зона — это место, в котором находятся некие артефакты, артефакты, оставленные внеземной цивилизацией, чье назначение совершенно непонятно. «Пикник на обочине» — это называется повесть, то есть суть предметов, суть явлений, с которыми сталкиваются люди, она неизвестна, но она всегда очень могущественна. Значит, зачем я вот этот привожу вам этот набор образов, качеств, каких-то, в общем-то, инструментов, то есть инструментов, которым вроде бы нет, пока еще вы не видите применения. Я говорю это о том, что образов, что у нас достаточно есть образов для того, чтобы сказать, что человечество не впервые сталкивается с кризисом, что человечество выработала вполне эффективные способы,
как справляться с кризисом, каким образом символизировать этот обрыв привычного, обычного течения жизни. То есть это всегда ситуация вызова и всегда ситуация как бы чреватая изменениями. Владимир Петрович, да, давайте будем уже подводить итог. У нас 10 минут регламент. О, извините. Я потому что я подумал, что предыдущий хорошо. Тогда я хочу сказать о дискурсе в большей мере знакомом нам через посредством лакановских теоретических разработок. Университетский дискурс – суть рационализации власти. Вот, если кратко сказать, что такое университетский дискурс. Это способ рационализировать возможности, технологические возможности, возможности реального. То есть, другими словами, перевести умение, перевести эффект, перевести явление природы в технологический порядок. И таким образом, какой вызов у нас стоит в плане как бы обучения этому? Сейчас, извините, еще раз, потому что я начинаю торопиться и начинаю путаться. Значит, академический, университетский дискурс состоит в том, чтобы умение конкретного мастера перевести в знание, книжное знание, которое можно передать без опосредования мастеру. Однако мы с вами сталкиваемся в кризисе, мы всегда сталкиваемся с тем, что мы непосредственно, лично каждый из нас начинаем испытывать эффект кризиса, то есть эффект воздействия, эффект дефицита объяснительных теорий, эффект дефицита защитной функции знания, и мы начинаем страдать. То есть вот на уровне конкретного человека мы начинаем страдать. Поэтому в системе обучения, в системе научения перед нами стоит вывод, каким образом нам можно было бы примирить университетский дискурс, то есть дискурс как бы вычленения технологических особенностей, то есть создания технологии, так сказать, с конкретным умением, потому что сейчас вызов, который с которым встречается каждый человек, состоит в том, что каждый человек нуждается, критически нуждается в том, чтобы получить конкретные знания и навыки и способность ориентироваться самостоятельно в окружающей среде. И в этом состоит кризис вот этого так называемого университетского дискурса, потому что он уже не выполняет той задачи, с которой он прекрасно справлялся ранее. Потому что он вступает в противоречие с необходимостью выживания каждого конкретного человека. И в этом плане вот эта проблематизация, она должна сама по себе, то, что я сейчас произношу, она должна сама по себе указать дорогу каждому человеку. В каком плане? Сказать, что в этом они не одиноки. Эта проблема сложности овладения технологиями является проблемой для каждого человека. Сколь бы он ни был талантлив, способен, сколь бы он ни был, казалось бы, социально защищен, например, семьей или богатством, или здоровьем, этот вызов, с этим вызовом сталкиваются все до единого человека. И поэтому, так сказать, ответов
на этот вопрос, существует такое же количество, сколько существует людей. То есть вот эта уникальность каждого человека и универсальность, которую преследует университетский дискурс, они требуют своего примирения. То есть такое было всегда, но сейчас это становится особенно актуальным, особенно необходимым. Вот то, что я хотел сказать. Спасибо большое, Владимир Петрович. Я думаю, что мы будем эту тему развивать касательно университетского дискурса при подготовке нашей программы по супервизии, по повышению квалификации. И мы сможем более детально это все обсудить. Я думаю, у вас будет и больше времени, и больше возможностей. Да. Да. Да, извините, если было скомкано. Спасибо. Да, спасибо большое, да, что вы смогли найти время и соединиться к нашей конференции. Спасибо вам. Да, мы переходим дальше. У нас следующий доклад Евгений Хлобыстов. Он является академиком экономических наук. Да, тема касается света для сталого розыска. Также презентацию мы сейчас включим. До 10 минут. Потому что желающих выступить очень много, мы не помещаем. И постараюсь вложиться в Ливане. Может быть, первый шаг, может быть, все перерусы. Итак, у меня презентация на украинском языке, включили наши конференции все, поэтому я буду на русском. Пожалуйста. Итак, образование для устойчивого развития. Свитер для слабого воздуха. Для угрожённого развода. Я хотел бы сказать, что это очень важные вещи, поскольку мы должны в наших образовательных процессах понимать, что мы несем в качестве образовательных элементов в нашем случае, независимо от того, это академическая аудитория, университетская аудитория или аудитория людей, не лишенных любопытства. Так, пожалуйста, первый слайд. Или у меня есть возможность? Спасибо. Итак, вопросы без ответов. Вопросы без ответов, которые касаются темы устойчивого развития, в нашем общем представлении, прежде всего, ответственности перед будущими поколениями, тот уровень жизни, и тот уровень ресурсного обеспечения, который мы можем дать, прожить, освоить. Так вот, почему образование, почему оно идет впереди экономических процессов? Почему сначала образование, а потом социальные изменения, а потом экономические? Прежде всего потому, что мы должны внутренне задавить эти изменения. То есть что здесь первично? Мы первично создаем экономическую модель эффективно, или мы первично даем возможность, чтобы эту модель принять, ее воспринять, да, для себя? Почему устойчивое развитие для образования это важно? Что это такое? Что за этим стоит? Что такое активное содействие устойчивому развитию? Почему мы должны активно его содействовать? Вам же не так все происходит нормально. Какие дискуссии касаются устойчивого развития? Как нам преодолеть дискуссию «все плохо»? У нас есть национальная украинская дискуссия под названием «все плохо». Мы очень недовольны своей жизнью. Не только украинцы, вообще чисто славянская болезнь. Мой опыт преподавания и дискуссий в разных наших соседских странах, и в Беларуси, и в Польше, и в Литве, и в других, тоже говорит о том самом. Нам все не нравится. Мы недовольны тем положением, которое у нас есть. Как нам преодолеть искушение, что нам кто-то поможет? Нам обязательно должен кто-то помочь. Ну, богатые страны, очень богатые страны, лучше россияне, конечно, помогут. Почему мы должны воспитывать прагматичных патриотов, прагматичных людей? Патриотизм – это прагматизм в положении устойчивого развития. Можно ли нам сравнивать нашу страну за 30 лет, с 91-го, скажем, 2019 года? Почему да, почему нет? Ну и последний вопрос, если успеем, это золото полуводка, поговорим, разберемся. Так, следующий слайд, пожалуйста. Итак, может ли рассматриваться устойчивое развитие как определенный бренд, как то, к чему мы стремимся? В принципе, да. В каком плане? Потому что все, что мы говорим про устойчивость, так или иначе, связано с комплексными задачами.
Поэтому, когда мы говорим про устойчивость, мы говорим про комплексное решение вопроса. Любое развитие территории невозможно без того, чтобы мы не учли все факторы, которые влияют на людей, на окружающую среду, на инфраструктуру, на технологии. Почему именно устойчивое развитие? Почему мы должны гармонизоваться в этом пространстве, где мы живем? Потому что без гармонии мы можем двигаться вперед. Любой дискурс, кризис университета, кризис образования, он все равно находится в рамках нашего понимания гармоничности. То есть где пределы наших возможностей и где пределы наших желаний. Наши желания пределов почти не имеют, наши возможности во многом определяются снова нашим пониманием действительности. Следующий слайд, пожалуйста. Что такое устойчивое развитие? Ну, прежде всего, это, может быть, наивная попытка сделать мир справедливым. Вы не спросите тогда, почему справедливым должен быть мир? Есть разные модели, ни одна не идеальна. Ни одна не идеальна. У нас нет ни одного идеального общества. В любом обществе кто-то будет недоволен существующим положением вещей. Но если мы сделаем наш мир абсолютно более толерантным, более восприимчивым, более адаптивным к изменениям, мы приблизимся к этому пониманию справедливости и гармонии. Цели достижимы, досягаемые. Мы должны перед собой ставить простые, но достигаемые цели. В стратегии устойчивого развития, которая сегодня принята в нашей стране, на уровне законодательства, на уровне президента Украины, Петра Порошенко, она все-таки ставит цели амбициозные, но абстрактные. Когда мы разрабатывали этот документ, мы пытались сделать цели досягаемыми и конкретными. Поэтому существует план действий по достижению устойчивого развития мобильности. Методы приняты. То есть мы работаем в системе нормальных принимаемых методов для решения задач. Задачи комплексные, ну и, собственно, воспринимать окружающую среду как часть себя. Только тогда мы сможем преодолеть это искушение, мягко говоря, вести себя не так, как мы бы этого хотели, чтобы вели наши дети, да, чтобы вели по отношению к нам. Все мы любим отдыхать на природе, прекрасно, найдите в Киеве хоть одно место, где не видно следов вчера отдыхающих. Да, поэтому так приятно отдыхать в других местах. Да? Общество – это совокупность уникальных «я». Если мы пытаемся воспринять общество как совокупность уникальных «я», где каждый «я» имеет определенную функцию и цель, нам будет намного проще принять общество, которое кажется нам негармоничным. Следующий слайд, пожалуйста. Что такое устойчивое развитие для сферы образования? Ну, прежде всего, это создание условий. Вот давайте мы поговорим, что мы должны создать условия, при которых идея устойчивости, устойчивого развития будут гармонично восприниматься нашими учениками. Да? Спокойно. Но пока нет какой-то более идеальной идеи, чем идея жить здесь в ограниченном пространстве, чем воспринимать Землю как космический корабль, который плывет в каком-то космическом измерении огромном. Мы здесь, у нас будет пока другой Земли, мы имеем другое место. Поэтому очень важная часть устойчивого развития для общества – это воспитание внутренней толерантности. Я уже об этом говорил. И я пытаюсь об этом сказать в каких-то лекциях, что будьте более толерантны к тому, что вам кажется неправильным, что вас возмущает. Кто-то другой. Если мы были все абсолютно одинаковы, мы бы не развивались. Не было никакого развития. Следующий слайд, пожалуйста. Что такое активное восприятие устойчивого развития? Прежде всего, это общественная активность, это дискуссии, это то, где мы с вами находимся. А с другой стороны, это сознательное отношение к тому, что нам навязывают. Слушайте, мы живем в мире навязанных стереотипов. Стереотипы о роли мужчины и женщины, стереотипы о поведении, стереотипы о том, что мы потребляем. Нам навязывают идею, что у нас есть эко-водка, очень полезная для здоровья. У нас есть абсолютно уникальные тоненькие сигареты, они почти не вредны. Они совсем не такие, которые были до этого. Но при этом есть альтернативные виды курения, тоже видимо внимание, вообще не вредно. Иначе говоря, второе искушение – это то, что устойчивое развитие якобы не для нас, это для богатых. Посмотрите, какие страны сегодня впереди по критериям устойчивого развития. Бельгия, Швейцария, Исландия, Канада. Как Украина сзади находится в этом списке? Ну что, не в первом месте, а в первом. Почему? Что первично? Они богатые, потому что устойчивые? Или они устойчивые, потому что богатые? Вопрос на самом деле.
самом деле не такой очевидным. Любая страна, которая переходит на путь устойчивого развития, первое, что достигает, это социального согласия, консенсуса. Мы будем строить нашу страну определенным способом, достигать целей, понимать, зачем это нужно. Следующий слайд, пожалуйста. Какие дискуссии вокруг устойчивого развития? Наш зал – это место для дискуссии. Мы сейчас выйдем из этого зала в коридор, у нас тоже будет пространство для дискуссии. Следующий слайд, пожалуйста. Как нам преодолеть искушение, что все плохо? Когда часто общаешься с разной аудиторией, всегда слышно, что тебе дадим тоже ответ. У нас все не так. Вот если бы нас таких хороших, да в тот мир не все хорошо, мы бы, конечно, все были счастливы. У нас все очень плохо. У нас не те машины, не те дороги, не тот климат, ужасный климат совершенно. И много что еще у нас плохо. Результат нашего отношения все плохо, это 9 миллионов украинцев, работающих за пределами нашей страны. Как нам это преодолеть? Посмотреть на себя с другой стороны. Посмотреть на страну с уникальным природой ресурсным потенциалом, с квалифицированным трудовым ресурсом, с активным населением, с прекрасными климатическими условиями, которые в эпоху климатических изменений будут на самом деле лучше, чем у наших соседей. Нам нужно адаптироваться к тому, что у нас будет не столько дождей, как раньше, температура будет не такая, как 10 лет назад. Да, это все будет. Но смысл устойчивого развития экономической парадигмы – находить в этом экономические выгоды и эти выгоды представить для общества, для слушателей. Украина должна пройти свой путь самоосознания себя как государства больших возможностей. И тогда эти возможности станут реальностью. Мы сейчас находимся в Хорватии, самый молодой член Европейского Союза. Хорватия, осознав свои возможности, сделала шаг. И другие многие шаги, о которых есть смысл сегодня поговорить в контексте Украина-Хорватского сотрудничества. Следующий шаг, пожалуйста. Кто нам поможет? Ну, давайте будем честными. Если нам кто-то помогает, это не просто так. Да? Есть несколько видов помощи. Давайте политическая. Нам помогает, потому что мы будем политически хорошими. Грантовая, как правило, тоже политическая. Инвестиции – это когда люди хотят иметь здесь свой бизнес, получать с него прибыль. И кредиты. Нам просто дают деньги для того, чтобы потом мы их вернули. Самое ценное вид помощи – это инвестиции. Поэтому мы много говорим об инвестициях, и у нас не так хорошо все получается. Почему? Потому что в нашей стране самый мощный инвестор еще не задействован. Самый мощный инвестор нашей страны – это украинец. Это наш народ. Коллеги, по оценкам статистических исследований, это я с ними не сотрудничал 5 лет назад, мы заметили, что объем наших трехлитровых банок в матрасах, шухлядах, 60 миллиардов долларов. Это деньги, если бы они сегодня вошли в национальную экономику, вы получили бы инвестора намного более привлекательного, чем какой-либо зарубежный наш партнер. Следующий вопрос. Почему мы должны воспитывать прагматичных патриотов? Почему мы должны об этом говорить на наших мероприятиях для студентов? Потому что прагматизм – это путь к тому самому будущему, которого мы все так хотим. Прагматичным можно быть и экологичным, и экономичным, и социально ориентированным. Надо понимать, где мы находимся и какие цели мы можем достичь. Сегодня, завтра, послезавтра. Мы очень много ругали плановую экономику, когда я помню все дискуссии, о том, что нельзя все планировать. В результате мы планируем очень короткий промежуток времени. Мы планируем на конференцию парламента, на конференцию президента. И у меня была очень живая дискуссия с нашими представителями тяжелой индустрии. Выяснилось, мощнейший комбинат на юге Украины в городе Маркуле занимается стратегическим планированием на 12 месяцев. Стратегическое планирование на 12 месяцев. И вы не представляете, что через 5 лет ваша продукция может вообще утратить рыночную культуру. Смысл, что вы планируете, это все воздух. Поэтому, когда мы говорим о будущем развитии, это планирование нашего будущего, в том числе. Это программа на уровне ОТГ, программа на уровне регионов, программа на уровне государства. Следующий слайд.
Мы потеряли эти годы или наоборот мы их нашли? Идем к первому году. Много знаний людей, которые прекрасно помнят начало 90-х годов. Наше идеальное представление о будущем, наше более чем не идеальное настоящее. Но за это время мы воспитали, мы создали несколько поколений, по крайней мере, одно поколение, начинается среди нас, которые никогда не жили в Советском Союзе. И это люди, которые могут изменить нашу жизнь. Я очень критично отношусь к своим родителям и своему уважению. Но то, что мы несем в себе тяжесть нашего прошлого, это не позволяет нам посмотреть прямо в наше настоящее. А вот те, кто родился уже в 2000-х годах, в 90-х годах, у них этот шанс есть. Поэтому мы можем дать им знания, умения, навыки, мыслить стратегически. И в конце концов понять, что мы очень много сделали сегодня в нашей стране. Наша страна, реально, одна из ведущих стран, которая учитывает программу. Киев, столица, самый большой европейский город по количеству электрозарядных станций. Вы в Варшаве, извините, будете электрокар дома заряжать, если по городу все, приложение. Киев все намного лучше на этом плане. И все равно мы, нам кажется, что наша страна не идеальна, что у нас есть проблемы, да, конечно, есть. Но решение тоже находится в нашем представлении будущего. И в нашем понимании настоящего. Следующий, пожалуйста. Ну, золото полуводка. Все помнят замечательную историю начала 90-х годов о том, что здесь полуводка, 22 килограмма золота, маленький бочонок, оставил английское королеве, и прошло 350 лет, там же проценты набежали какие-то. Вот же наша инвестиция. Я предлагаю поставить на что-то другое проблему. Украинские компании официально участвуют в проектах SpaceX. Украинские компании сегодня разрабатывают активные энергообеспечения. Украина занимает ведущее место по количеству сегодня гелиостанций, ветровых станций, наших электрических услуг. Мы сегодня имеем потенциально очень богатый агросектор. Ведь недаром столько инвестиций сегодня идут в аграрную индустрию. Потому что плодородие площадей сокращается. Потому что наш чернозем будет чем дальше, тем более дорогим. Удовольствие будет даже большой ценностью. Природно-ресурсный потенциал Украины оценивается сегодня более чем в 300 миллиардов долларов. И это вторая часть нашей инвестиционной привлекательности. Ну и климатические беженцы, которые могут быть. Экологи еще 10 лет назад прогнозировали, что к 30-му году мы получим феномен климатических беженцев. Это когда проживать в странах, в которых сегодня отлично комфортно, будет совсем некомфортно. При температуре плюс 46 и осадках на уровне пустыни Сахары начнется переселение. И мы можем столкнуться с климатическими беженцами. Мы должны к этому готовиться уже сейчас. Как нам сейчас готовиться, например, реинтеграция по первому территории. Надо сейчас как нам готовиться и понимать, что будет дальше. Что будет после того, как если бы завтра мы проснулись, и вдруг по чучьему велению Крым и Донбасс стали украинскими. А мы туда можем войти в сегодняшней позиции. У нас есть какая-то позиция. Реинтеграция. Стратегия реинтеграции Крыма зависит от наших преминентов, наших президентов и людей, привлеченных к власти, мертвым грузом все годы власти. Но для того, чтобы из этого выйти, нам то, чтобы мы с позитивом смотреть в будущее, понимать, что те проблемы, которые есть сегодня, они спокойно решаются завтра. Следующий вопрос. Все будет хорошо. Если коротко, надо иногда в это верить, иногда с позитивом относиться к тому, что нас окружает, и понимать, что интеллектуальные услуги, образование, консультирование о том, чем мы занимаемся в нашей среде, мы приближаем именно то будущее, в котором будет хорошо жить в нашем мире. А может быть, даже успеем и мы получить удовольствие от того, что мы видим результаты наших трудов. Поэтому цели устойчивого развития должны быть достигаемы. Поэтому наша внешняя и внутренняя политика должна быть прагматичной. Кстати, вот интересный момент. Год назад, не помню, как я рассказывал, наша НЗС провела исследование по Франции. Кому украинцы менее всего доверяют по Франции? Знаете кому? Украинцам. Давайте это менять. И все будет хорошо. Спасибо. Thank you.
Спасибо большое, да. Евгений, действительно, такой оптимистический настрой, и мы идем в светлое будущее, по-другому быть не может. Но следующая тема нашего докладчика у нас будет в онлайне. Она, конечно же, не настолько оптимистична, эта тематика, да, но у нас Наталья Пашко, у нее доклад касается выявления торгования на нагрузки домашнего насильства, особливості створення безпечного навчального простору. Тобто тут іде поєднання у нас і оптимістичного, того, що повинно змінитися, і того, що ми маємо, на жаль, на сьогоднішній день у сім'ях. Прошу, пані Наталя. Я усіх вітаю. Одну хвилинку я включу презентацію. І будемо розпочинати. Мені я безпосередньо буду переходити на русский язык, так як язык конференції являється русским. Я являюсь спеціалісткой по роботі со случаями насилия непосредственно в Україні. Занимаюсь я психолог, занимаюсь вопросом экспертиз, выявления и реагирования на случаи насилия. Это сотрудничество с разными субъектами реагирования в таких случаях, где пострадавшие есть дети, взрослые, и также я есть аспирантка Харьковского университета внутренних дел, и моя научная работа, она будет в будущем состоять в том, что исследовать психологические особенности следователей при взаимодействии и проведении допроса несовершеннолетних. Но сегодня я буду в целом говорить о понятии, что является насилием, как реагировать, какие есть индикаторы и формулы взаимодействия с теми, кто пострадал. Сегодня буду тоже говорить о таких понятиях, которые даже сейчас меняются. Да? То есть если раньше очень часто мы употребляли такое понятие, как жертва, то сейчас это человек, который пострадал от насилия, да, или пострадавший. Я тоже буду использовать уже непосредственно терминологию, которая актуальна для данного периода. Я взяла небольшие определения касательно насилия, это из законодательства Украины касательно домашнего насилия, но я взяла именно ключевые понятия, которые помогают мне как экспертке, когда я составляю или провожу диагностику, исследования, опрос, либо присутствую при допросе тех, кто пострадал от насилия, такие ключевые компоненты, которые касаются, что же такое насилие. Дальше у меня непосредственно идет презентация на украинском языке, но я буду говорить на русском. Насилие непосредственно — это действие. Да, то есть это когда физически нарушены границы человека и есть ущерб на телесном уровне. Также это касательно, что относится к сексуальному насилию, да, это повреждение половых органов. Это также сюда относится и такой компонент, как и бездействие, то есть когда человек остался, да, в ситуации небезопасности, и другие, которые были, присутствовали, да, и если человек нуждался в помощи, другие не вступили в защиту. Особенно это касается такой уязвимой категории, это как дети, либо люди, которые имеют определенные особенности в здоровье, и если их оставить при определенных ситуациях, то это может повысить уровень жизни и угрозы человека. Также основным таким критерием насилия, да, потому что очень часто, вот как я как экспертка провожу исследования, даже следователи, когда выносят мне вопрос на экспертизу, вот где понятие того, что где это было насилие, да, где это был конфликт, и мы понимаем, что насилие ключевым таким компонентом есть, что насилие — это угроза жизни и здоровью человека. То есть он остался в тех обстоятельствах, в которых это могло повлечь непосредственно угрозу жизни и здоровья. Следующее, мы знаем такие виды насилия, это физическое, сексуальное, психологическое и экономическое. И если я сейчас вкратце остановлюсь на каждом из них, да, если мы говорим о физическом, если мы говорим об учебном пространстве, это школы, университеты, очень часто, знаете, касательно физического насилия, кажется, что это такая... Все
понятно и можно определить, потому что есть ссадины или какие-то повреждения, и идентифицировать, например, человека, который пострадал от такого вида насилия, достаточно, ну, я в кавычках, да, но очень как-то можно быстро, да, визуально определить это, но не так все просто. Касательно физического насилия сюда и относятся такие повреждения внутренних органов, которые мы внешне можем не видеть, но внутренние есть повреждения, да, вследствие того или иного вида насилия. Следующий такой момент, сейчас очень много, все, что касается сотрясения, это повреждение внутреннего состояния, внутренних органов, которые имеют влияние на физическое здоровье. Если мы говорим о сексуальном насилии, работая в этой теме более 7 лет, могу сказать, что когда я только начинала свою деятельность, и даже те изменения в законодательстве Украины, которые сейчас произошли, то вначале, и сейчас, сотрудничая с разными подразделениями национальной полиции, все это меняется непосредственно, да, что к сексуальному насилию относится не только это повреждение половых органов, либо это вступление в сексуальные отношения непосредственно не по согласию. Мы знаем, что изменения в законодательстве, которые произошли, что соглашение личности, да, которая не достигла 16 лет, оно не включается, да, то есть человек все равно будет нести ответственность, если вступил в сексуальные отношения личностью, которая не достигла 16 лет. Дальше это тоже такой момент, как понимание значения, что такое согласие. То сейчас тоже мы берем сексуальное насилие, не только вступление в половой акт, да, и там был компонент согласия или нет, но второй момент, который очень важен, да, что сексуальное насилие — это вот когда непосредственно не было проникновения, но когда непосредственно к человеку относились как к объекту для удовлетворения собственных сексуальных потребностей без вот этого компонента согласия. И сюда относится эта стимуляция, это принуждение к просмотру чего-то, либо к просмотру тех сексуальных действий, которые происходят, это непосредственно фотографирование, это создание порнопродукции при участии непосредственно того, кто от этого страдает. И могу сказать, что очень такая печальная статистика, которая касается Украины, которая касается детей наиболее уязвимой категории, это касательно того, что мы являемся на 6-м месте касательно создания порнопродукции при участии детей. Также очень часто непосредственно насилие переживают со стороны самого близкого окружения. Это 80% относится, это семейное окружение, также значимые в жизни того человека, который пострадал от насилия. Это также, к сожалению, и тренера, это, к сожалению, также и преподаватели, либо это со стороны, например, если касательно преподавания, да, в университете, это со стороны других студентов, и, к сожалению, таких случаев и в связи с карантином они увеличиваются. Также касательно психологического насилия. Для меня, как для специалистки, психологическое насилие — это то, что тяжелее всего, так же, как и для других субъектов реагирования, есть доказуемое в Украине, но с позиции экспертки, которая занимается экспертизами, да, то есть психологическое насилие, оно имеет очень значимые последствия, да, потому что любое событие, мы уже определили, что зачастую это со стороны очень значимых людей, соответственно, это имеет влияние на то, что человек о себе слышит, да, соответственно, становится внутренним знанием о себе, то есть какой я студент, не знаю, какой я сын, дочь, и если кто-то из значимых людей отзывается так обо мне, соответственно, это имеет эмоциональную реакцию, отзыв на телесном уровне и также определенное формирует поведение. И здесь очень важно понимать, что психологическое насилие, оно имеет многоуровневые последствия, с которыми потом непосредственно мы будем сталкиваться.
Также к компоненту идентификации, что такое насилие, это относится не только действие и бездействие, это также угрозы совершения такого вида преступлений. И если мы идем дальше, да, то есть какие основные признаки насилия? Это очень часто есть такой стереотип, это было спонтанное действие, это человек, опять же, да, в кавычках, мог как-то спровоцировать, мы понимаем, что ничто в поведении человека не может спровоцировать на насилие. И непосредственно основным критерием насилия — это тот, кто это совершает, он уже непосредственно заранее осознает собственную власть и контроль над другим человеком и использует собственную позицию, к сожалению, для вот этого вреда, причинения вреда. Следующий компонент — это нарушение прав и свобод человека. Следующий аспект — это асимметрия сил. Да, кто-то не только физически может, да, и по возрасту быть сильнее, а это касательно тоже статусности, да, то есть когда я не могу проговорить, не могу защитить себя, не могу это остановить. И такой еще один критерий — это усложняет и невозможно непосредственно защитить себя, соответственно, это имеет влияние на мое состояние здоровья и также на психологическое состояние. И, соответственно, насилие, оно, это реакция, которая, это опыт, который очень равноценный и очень близок с переживанием смерти, да, и наш мозг, соответственно, как он реагирует. Когда есть угроза жизни и здоровью, то мы непосредственно очень включается вот этот рептильный мозг, который реагирует на это обстоятельство, чтобы себя сохранить через бей, беги, замри, сдавайся. И человек, который живет в ситуации насилия, а насилие, к сожалению, это систематическое действие, даже и разовое, оно является стрессовым, оно постоянно человека удерживает в этом режиме выживания. И часто, если мы можем идентифицировать вот студентов, да, это те, которым очень сложно сконцентрировать свое внимание, включиться в учебный процесс, потому что они физически могут быть здесь и сейчас в аудитории, но на психологическом уровне, если они переживают насилие, они находятся в той ситуации, которая потенциально для них либо уже была, либо они боятся, что она повторится. Соответственно, человек, ну, да, и студент может жить не вот частью мозга, которая направлена на восприятие новой информации, а он постоянно живет в режиме выживания. И на поверхности мы можем встретить такие реакции, как это замирание, да, это когда человек может совсем соглашаться, но при этом ему очень сложно как-то предъявить собственную позицию. Это могут быть какие-то проявления агрессивного поведения, да, на какие-то комментарии со стороны. И да, вот мы сейчас смотрим, какая часть мозга включена. Также насилие непосредственно оно влияет на построение дальнейших отношений и на формирование. Соответственно, насколько я хорош, насколько я могу чувствовать себя в безопасности, и как я строю отношения с другими, и как я себя веду в мире. Да, потому что, соответственно, если насилие совершается со стороны значимого человека, то непосредственно у человека формируются две реакции, которые страдают от насилия. Это что-то со мной не так, если со мной это происходит, значит, я какой-то плохой, да, это значит другие плохие, им нельзя доверять, и это такая настороженная реакция на даже тех, кто пытаются как-то с добротой ко мне относиться, и это могут быть проявления агрессии во внешний мир, да, как такая реакция защитного организма, лучше я нападу, да, чем снова мне сделают больно. И формируются такие нарушения привязанности. Это амбивалентность. И часто мы можем в контакте видеть, например, такие стратегии поведения. Это, с одной стороны, желание устанавливать этот контакт, с другой стороны, очень большой страх, что снова сделают больно. Следующий аспект — это сложно ориентировать свой-чужой, да, и следующий аспект — это избегание контакта, да, никому доверять нельзя, либо формирование невротической привязанности как такой прилипчивости, да, и нарушение границ.
И буквально скажу о последствиях, да, насилия, что такое насилие и формулу, как на это реагировать. Первое, что это, конечно, интенсивность страха. Это человек, который пережил насилие, он требует внимания, да, и помощи. Это также потеря контроля и чувство защищенности. Если мы говорим, что на какие сферы жизни это влияет, это привязанность, это физическое состояние, эмоциональная регуляция, это состояние диссоциации, самоконтроль, когнитивное развитие и я-концепция. Если мы говорим, какой же формулой важно, если мы находимся в учебном таком пространстве, и у нас есть, например, подозрение, что студент страдает от такого вида насилия, да, то есть условно как помочь. Важно помнить, первое, что рядом это присутствие безопасного, да, взрослого. Это тот, который, как бы я себя ни вел, да, соответственно, этот взрослый не повторит опыта насилия, да, который, ну, взрослый, я имею в виду по статусности. Следующий, который непосредственно будет максимально спрогнозируем для меня, когда я четко понимаю, в каком статусе, какие требования он сейчас выставляет, в какой роли он сейчас выступает. И это безопасное место. И очень важно, да, когда студент непосредственно четко понимает, что то место, в котором он находится, да, что там точно этот опыт не повторится. И как только эти компоненты, они соблюдаются, соответственно, кнопка вот этой тревоги, паники, она выключается, и только тогда студент готов, либо человек, который страдает от насилия, в первый момент включаться в тот учебный процесс, частью которого он есть, и второй момент, часто можно встречаться с тем, что как раз студенты будут рассказывать свои истории, если они страдают от насилия непосредственно там дома, либо в отношениях. И здесь очень важно ключевые. Мы помним про субъекты реагирования, это непосредственно полиция, да, это обращение за психологической помощью, и такой основной момент, два аспекта, что те люди, которые пережили насилие, они требуют возвращения власти и контроля над собственной жизнью, и точно часто они страдают от чувства вины, что если что-то произошло со мной, я виноват, и здесь очень важно вот этот компонент возвращать, да, что ничто в твоем поведении, внешнем виде не может спровоцировать на насилие. Огромное спасибо за возможность говорить о такой важной теме на такой очень значимой конференции. Спасибо большое. Доклад действительно очень важно, потому что существуют определенные проблемы не только в семейных кругах насилия, но и в образовательной сфере. И мы благодарим вас за возможность выступления. И сейчас мы просим... Да. Просим наших коллег со Словении подключиться, видео включить, да, если можно, потому что мы видим, что уже в сети. У нас Юрки Лепнич Водопивец, профессор, доктор наук Скопирского факультета педагогического, это Люблинский университет. Просим включить видео и звук. Да. Добрый день. Да, добрый день. Госпожа Юрка, просим у вас на слово. Вы будете хорватским языком, у нас есть переводчик. Да. Najprije svima koji su danas tu kod vas, jedan lijepi pozdrav. Svijek rada, privjetstvuj iz Slovenije. U moje ime i u ime pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. Od lične svoje moje ime i od imenje Univerziteta Primorska. Da. Samo jedan moment. Да, вы можете, да, 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 презентация. Ага. Презентация будет в факультете. Да ли видите слайдове? Да ли видим слайдове? Не, вы еще не включили их, не было горе на ее слайдове.
Ви включите спочатку на комп'ютері, а потім... А, бо, зараз бачимо. Да, бачимо. Видите? Бачимо, бачимо. Да. Slovenija je jedna jako mala država. Možete vidjeti da smo nekako između Austrije, Italije, Hrvatske i Mađarske. Slovenija je velika strana, na karti možete vidjeti što je raspoložena između Hrvatske, Austrije, Vengrije i Italije. A naš univerzitet i naš fakultet je tu uz more. Naš univerzitet nahodica na more, na pobережje. Mi smo, naš univerzitet je zapravo i dislocirana jedinica univerziteta Lomonosov iz Moskve. Nismo razumeli, oprostite. Naš fakultet, odnosno naš univerzitet, surađuje sa univerzitetom Lomonosov iz Moskve i mi smo najzapadniji dio univerziteta Lomonosov. Univerzitet je sadrudničit univerzitetom u Moskve i univerzitet je ta sama zapadna čast Lomonosovskog univerziteta. Da bi si mogli predstavljati kako je Slovenija mala, tu su neki podaci. Vidite, svega zajedno 2 miliona žitelja. Eta dana je Slovenija, kakaj je na malinka, je po 2 miliona nasiljenja prezadaju u Sloveniji. Tam pošek vidite 20 tisuć nebolšem kvadratnom kilometru. Glavni grad naše države je Ljubljana. Stanica je Ljubljana. I na našem teritoriju, u našoj državi, imamo 3 univerziteta. Univerzitet Ljubljana, koji je počeo raditi 1919. godine, Univerzitet u Mariboru, koji je počeo raditi 1975. i Univerzitet na Primorskom, odakle smo mi, 2003. godine. Znači, u Sloveniji sučestvuju 3 univerziteta, koje je tu pričeti na Ljubljanu, Maribore i Primorske, a kada je čas u nas vjerz. Naši su fakulteti unutar univerziteta locirani na više krajeva uz more. To je Izola, Koper, Portorož. Наші факультети університету розположені в нескольких містах вдоль моря. Це міста Ізола, Копер і Порторож. Тут можете бачити зграду, де раді заправо наш університет, у коїх є включено неколіко факультета. Можете бачити сада на слайду. Це показали нам здання університету. Петра, в котором она находится, и включает несколько факультетов. У окверу наших университетов имамо факультету за хуманистику, факультету за менеджмент, и баш факультета за менеджмент сураджуе са Ломоносовим. Онда факультет за математику, природне знаности и информатологию, fakulteta, pedagoška fakulteta, to smo mi, fakulteta za turistične studije, fakulteta za zdravstvene studije, institut Andrej Marušić i kampus za studente. No, tu spisak, da je da pročitali, eto fakultet humanitarije, menedžmenta, koji sadrudniči s Lomonosovskim univerzitetom Moskovskim, fakultet matematike, obrazovanja, turistički, medicinski i studentski kampus. Nešto bi možda ispostavila u vezi sa univerzitetom. Jedna od jako značajnih činjenica je da želimo biti kvalitetan univerzitet sa postizanjem izvrsnosti,
to znači visokih i međunarodnih usporedljivih standarda na području rada univerziteta. Мы хотим поднимать свои профессиональные качества, чтобы быть на более высоком стандарте, соответствующем международному положению и постоянно трудимся на поднятии стандартов нашего университета. Следующая činjenica je da je jako važna autonomija. Naime, mi kao univerzitet smo nezavisni, autonomni u odnosu do kapitala, politike, države i religije. Sljedeći važan vopros je ekonomika. Mi kao univerzitet smo autonomni po odnošenju gospodarstva, politike, religije. Onda trebam ispostaviti svobodu, poštovanje akademske i stvaralačke svobode kao razvijanje dostignuća civilizacijskih dostignuća humanizma. To je sljedeće. Sljedeći važni aspekt u nas je da uvaženje svobod, svobodne dostiženje u svijetu svijera. Sljedeće jako važno je pripadnost, to znači da radnici, studenti, profesori zajedno radimo na svijesti o zajednim ciljima, ulozi i radu kojeg radimo. Drugo je važno aspekt što mi svi problemi pitanje se rešiti savjesno i koordinirujemo se na rješenje svih problema. I posljedna vrednota naše univerziteta je otvorenost. Mi naime kod svog rada univerzitet otvara se u domaći akademski međunarodni prostor i u širi društveni prostor. I još jedno kačstvo našeg univerziteta je da otvorenost, mi otvoreni i našemu obществу i širokom međunarodnom obществу. Naš je univerzitet zapravo pokretač razvoja ne samo regije, već i mnogo šire. I vlijanje našeg univerziteta nije toliko u našoj oblasti, no ono razprostranjuje i šire. A sada ako dozvolite možda nekoliko brojki da vidite o koliko studenata i profesora zapravo govorimo. Tako, prošle godine, nemamo još posljednjih podataka jer je upis još se završava u tim danima, u 2019-2020 studijskoj godini mi smo imali 5100 studenta. Za posljednji god u njih nije toliko informacije, a predposljednje godine u njih bilo 5100 studenta. Od toga dio onih koji dolaze iz inostranstva, 14%, to znači 730 studenta iz inostranstva. Inostranih studenta 14% u njih, to znači 730 inostranih studenta. Pedagoški i naučni rad izvode 470 profesora i istraživača. Pedagogičku i naučnu работу ведут 170 profesora i istraživača. Drugi koji su drugi službenici administrativni, teh je na našoj univerzitetu 210. Я не услышала цифру, 2110 другие работники в университете. Svake godine на нашем университету više je gostujućih profesora, tako u 2019. godini imamo 150 gostujućih profesora. Они стараются приглашать и приглашенных профессоров привлекают. I možda samo još jedna brojka koja je zapravo jako važna. Naime, ukupan broj radova u
2018. godini u bazi SSCI, mislim da to znamo svi, 235 radova naših profesora. Broj radova u bazi, koliko je to bio broj radova u bazi? 230. A baza koja baza? Science. Научная база. 235 работ было по научной базе в 2018 году. To su brojke oko našeg univerziteta, a sada ako dovolite možda bi nešto rekla i o, o pedagoškom fakultetu. Это цифры, касающиеся Николаевского университета. Mi smo zapravo počeli sa radom već 1974. kao dislocirana jedinica univerziteta u Ljubljani. I počeli smo sa 16 studenta. Oni načeli raditi u 1974. godinu kao jedna jedinica univerziteta iz Ljubljane, svega 16 studentami. Kada se osnivao univerzitet na Primorskem 2003. godine, mi smo imali već 390 studenta. U 2003. godinu, kada bila otkrit univerzitet Primorska, tam našitilo 390 studenta. A danas tih studenta našeg fakulteta je oko 1700. Možete vidjeti kakav je to progres. A na sjevodnjišnji dnj vidite kakav progresa ma da štipli 1700 studenta. I mi izvodimo naš nastavni program osim u Kopru i na drugih dislociranih zajednica, Ljutomer, Nova Gorica, Novo mjesto, Ptuj, Slovenske Konjice, Škoflje, Loka. Zapravo je naša mreža pedagoškog rada na cijeloj Sloveniji, može se vidjeti. У них, да, филиалы широкая сеть, не только в Копре, но и в других местах, которые тут указаны. Так, danas imamo 118 profesora на нашей факультете и 29 pomoćnika koji pomogu da pomažu da taj proces ide kao treba. Tu možemo vidjeti programe koje izvodimo, kakvi su ti programi, može se vidjeti da se radi o programu prvog bolonjskog stupa, onda drugi bolonjski stup, nekoliko programa i doktorski studij, odnosno treći bolonjski stup. Možete vidjeti. Vidite da se bavimo predškolskim odgojom, razrednom nastavom i pedagogijom na prvom stupu. Oni zanimaju se predškolnim obrazovanjem, klasnimi nastavnikami, pedagogiji. Na drugoj bolonjski imamo andragogiju, odnosno obrazovanje i razvoj karijere, inkluzivnu pedagogiju, razrednu nastavu, socijalnu pedagogiju i zgodnje učenje, rano učenje. A posebnost je našeg fakulteta to da imamo zapravo u tom dijelu, rekli bi ne samo Slovenije, već i Evrope, mogućnost doktorskog studija na edukacijskim znanostima, to je jedan smjer, a drugi smjer je zgodnje učenje i poučavanje. U njim je izvaznostnost i to je zapravo, to bi željela ispostaviti, to je zapravo mogućnost da oni koji završe predškolski odgoj nastave ranom učenju i mogu nastaviti na ranom učenju i poučavanju na doktorskom studiju.
Значит, у них образование на много стадий, начиная от предшкольного и высшее образование, научное образование. Все эти стадии от начального до позднего. Сваку годину све је више и иностранних студента, који студирају код нас на докторском студију, не на постдокторском. Каждый год все больше иностранных студентов, которые обучаются в них. Осим тога, наш факультет уключен је у различите активности и истраживачке проекте, нешто смо ту написали. Также университет включен в разные активности и исследовательские научные проекты. Мислим да је треба уз то додати још да се у задњих неколико година све више ради на повезивању са државама југоисточне Европе, са Босном, Хрватском, Србијом, Македонијом, Црном Гором и тако даље. В последнје време ми активно работаем на связь с государствами Юго-Восточной Европы, как Босния, Сербия, Хорватия, Болгария. Наш факультет велики у оквиру университета, тако да имамо и друге активности, летне школе, имамо пјевачки збор, имамо јако много активности на подручју уметности и ту би željela još dodati da u idućoj godini otvaramo dodiplomski studij vizualne umjetnosti. Baš u nas univerzitet, pa imamo mnogo aktivnosti. Есть активности в сфере пения, хор, художественные активности, и со следующего года открывается визуальная умьетность. Možda još nešto, u ovoj godini počinjemo sa aktivnostmi i otvaranjem vrtića u okviru našeg fakulteta i univerziteta. U rámkach našeg fakulteta u ovom godu, univerziteta u ovom godu otkrivajem i djetski sad. U tom vrtiću će raditi naši studenti, kao već diplomirani odgajatelji. Uključit ćemo djecu naših gostiju i vrtić neće biti običan, već će raditi prema potrebama roditelja. Znači, tam u jednom petke budu raditi učenici, студенты, это будет не обычный простой садик, а садик будет работать по потребностям родителей. Sada možete vidjeti šta se kod nas događa. Sada je malo slika drugačija, nosimo maske u predavaonicama. Uglavnom predavanja idu preko Zooma, a samo vježbe idu u našim specijaliziranim laboratorijima. Tu možete uvidjeti kako mi aktivno provodim vrijeme na našom fakultetu. Eto, pravda, stare snimke, sječas je u maskah. Ну i работают активно i u svojom лаборатории. To bi bio pozdrav sa Kopra i pogled na Kopar iz mora. Eto vid na город Kopar iz mora. A to je pogled na more i na Kopar iz zraka. A eto vid s vazduha sverhu na Kopar i na jego pobjeđenje. Hvala vam za to da sam imala priliku biti na tom vašem kongresu i to bi sa moje strane bilo sve. I verujem da ćemo se vidjeti uskoro. Спасибо вам, что позволили мне участвовать в вашем конгрессе и надеюсь, что когда-нибудь увидимся.
Госпожа Юлька, мы вам очень благодарны за то, что вы смогли нам представить свой факультет. Я благодарна вам за то, что вы презентировали нам ваш факс. Да, мы, конечно же, планировали год назад, что мы сможем посетить ваш факультет лично, вся группа. Да, но, к сожалению, события не смогли сейчас из-за пандемии присутствовать, но я думаю, что планируем на 21 год мы сможем более усилить наше сотрудничество и быть у вас на факультете. Напевно, що пандемія нас знову спричинила, але дана подати чи можемо наставити нашу зурадню і дружині, і наразі чому можемо дойти по вас на факт. Да, свакако, я мислим, да чому то урадити. Хвала вам лєпо. Довідження і ось успішен рад. У нас здесь присутствует очень много представителей различных институтов, университетов, факультетов. Есть и педагогическое направление, есть экономическое направление. И они хотели бы наладить сотрудничество с вашим факультетом и университетом в целом. Тут наши присутствуют представители многих университетов и университетов и факультетов. И они хотели бы поставить с вами аккуратно. Как мы можем организовать этот процесс через e-mail? Как будет вам легче это сделать? Как вы можете организовать этот процесс при e-mail или как вы было найти это направление? Да. Da, ja ću svakako sada kod nas na univerzitetu pokrenuti te aktivnosti. Mi ne možemo to baš potpisati, mora ide prema nekim protokolima, tako da ćemo svakako to poticati da bi do godine bilo sve u redu i da bi potpisali onaj sporazum i da bi onda mogli bolje raditi zajedno. Начну эти активности и надеемся, что по шагам этого протокола к следующему году мы уже сможем подписать. Это касательно тех договоров, которые уже вам послали. То соответствует и договоры будут с вами посланы. Да. Да. А если будут какие-то еще новые контакты, то можно будет также через госпожу Линду вам отправить еще такой. А побудую вже неке нове угори і контакти, да можемо близько прямо господі Лідне, да вам пошаримо і то. Mi ćemo vam sve što mi zapravo trebamo, odnosno naši organi, što trebaju da se potpiše ugovor, mi ćemo vam to poslati, vi ćete to pogledati, sve to na engleskom i mislim da to nema nikakvog problema da bi se potpisao ugovor. Благодарим вас еще раз и хотели бы поблагодарить. Доведения. Доведения. Хвала. Уважаемые участники сегодняшнего мероприятия. Сейчас подключаю программу. Как уже было оговорено и ранее, вы уже имели определенное знакомство. У нас на конференции присутствует представитель Варшавского университета, и не просто представитель, не просто профессор, доктор хабилитованный Варшавского университета. Йоанна является представителем по международным связям ректора Варшавского университета. В этом году произошли выборы в Варшавском университете, у них новый ректор, и ректор приходит полностью с новой командой. Проректора и весь административный состав утверждается на 4 года. Поэтому только вступила новая команда, буквально месяц
и они с новыми силами, с новыми идеями хотят налаживать отношения и с Украиной, поэтому всех приглашаем к сотрудничеству, и Юана сейчас немного расскажет про Варшавский университет. Это государственный, самый крупный университет в Польше. The time is precious today. So about higher education institutions in Poland, the academic tradition in Poland goes back to the middle of the 14th century. The oldest university in Poland is the Krakow Jagiellonian University. We have 132 higher education institutions in Poland. Altogether, there are 12 million students. 78 of them are international students. We also have many students from Ukraine. So Poland is also a member of the European Higher Education Area. Polish academies participate in the Bologna process. We have introduced the three-cycle education framework and also the European Credit Transfer System. Warsaw, as you know, is the capital city of Poland. It has almost 2 million inhabitants, over 8 million tourists every year. There are many cinemas, theaters, music venues, museums, parks. It's a very young city, very big city. And we have also 15 public higher education institutions in Warsaw. So all together there are 140,000 students per year, so it's more than in Berlin or even more than in Prague, which are considered to be student cities, university cities. Thank you. So our university, you can see here the main entrance of the University of Warsaw. The University of Warsaw was founded in 1816. This is the largest university in Poland and the best research center in the country. Do you want to move it because there are many? It's cheaper. Було представлено університет, в якому працює Івана, і насправді щодо компетентів, ви можете розкрити певний на сайті, дати дивитися, що вам буде цікаво. Зрозуміло, що університет є проведений в своїй сфері, заснований в 1816 році, і всі його додаткові можливості, я думаю, що можна буде переглянути, тому що я хочу подивитися. So the University of Warsaw takes the first place in the national rankings of universities. We belong also to the 30% of top 3% of the universities in the world according to the rankings. 12 subjects that are run in the University of Warsaw were run in the Shanghai Global Ranking of Academic Subjects this year, so it's physics and mathematics. We were granted the so-called research university status for the next 4 years. So we are among other five universities in Poland.
So it's a great honor, I would say, and a great opportunity. And we were granted also the Human Resources Excellence in Research Award by the building. Університет має статус дослідницького університету, проводить провідні дослідження розробки і входить до Шанхайського рейтингу і інших рейтингів по університету світу. We also had graduates who won Nobel Prizes. There are six of them, Nobel Prize in Literature from the last year of Robert Tokarczuk. And also two prizes in peace and one prize in economic science. Бачите, шість представників університету мають награду Нобеля. Одна з них була нагороджена в минулому році представника. І так само, Olga Tokarczuk. What would you mean? No, the last sentence about Nobel Prize in economic science. In natural sciences. Economic sciences. Yeah, so about the university community, we have more than 7,000 employees at the University of Warsaw. More than 3,000 of them are academic teachers. We have 2,500 doctoral candidates, more than 14,000 children. Among the national students, almost 5,000 international students. We have also postgraduate students, currently more than 2,000. And the University of Warsaw produces just about 9,000 graduates. So, some statistics are really good.